Всем большой-большой привет огромный. Всем большое спасибо за просмотр, за подписку. Подписывайтесь. Сегодня у нас такая праздничная запеканка творожная. Посмотрите, какая она красивая. Очень вкусная. Готовится просто. Кому интересно, смотрим, как готовить. Готовим праздничную запеканку из творога. Нам понадобится 250 грамм творога, 65 грамм сметаны, 40 грамм сахар и ванильный сахар и 40 грамм растопленного сливочного масла. Все взбиваем миксером. Вот мы перебили все. Теперь по одному яйцу. Одно яйцо взбили, потом второе. Вот что получилось. И добавляем второе яйцо и взбиваем. Вот какая смесь у нас получилась. Добавляем сюда цедру лимона и цедру апельсина и чуть-чуть куркумы. Для цвета добавляем сюда 20 грамм крахмала. Все это опять взбиваем. Вот такая красота получается. Сейчас перебьем все. Можно даже и без миксера. Вот что у нас получилось. Такая желтенькая масса, красивая, ароматная. Сейчас берем из нашей общей массы творога и добавляем сюда 20 грамм мака. Все перемешиваем. Вот такая красота. Вот как вышло. А в эту часть добавляем цукаты. Какие есть? Изюм, бурага. Все перемешиваем. И сейчас будем отправлять в форму и в духовку. Вот такая форма у меня квадратная. Выкладываем маковую начиночку такую на дно. Духовка должна быть уже нагретая. А сверху с изюмом. Распределяем. А сверху все остальное. Вот что у нас получилось. Отправляем в духовочку. 160 градусов. Минут 50. Вот наша запеканка готова. Посмотрите на нее. Очень вкусно. Готовьте. Радуйте своих родных и близких. Всем приятного аппетита. Пока-пока.